Ничего не бойтесь, жизнь одна. Смотри, если я слушаю, мне интересно, значит, кто-то еще, хотя бы один человек в мире. Всем привет, сегодня я не одна, со мной Саша, я позвала ее для того, чтобы задать ей пару вопросов, узнать ее мнение по поводу самореализации, узнать ее планах, об ее опыте и так далее. Саша, спасибо, что пустила к себе домой. Всем привет, спасибо, что позвала. И я хочу сказать тебе, что ты большая молодец, что начала. Не просто это стало идеей в голове, а то, что это реализовывается. И нам сейчас некомфортно, страшно, и это наше первое видео, поэтому... Поэтому простите нас, пожалуйста. Нельзя извиняться. Не прощайте. Наверное, нужно сказать о том, почему я позвала для своего первого видео такого формата именно Сашу. Ответ очень прост, потому что Саша является мотиватором для меня, и мне кажется, для всех окружающих. Она дает огромный толчок людям, огромную мотивацию. Я даже не знаю, как это описать. Ты чувствуешь вообще, что ты оказываешь влияние такое на людей? Ну, мне просто нравится поддерживать людей, когда, допустим, это близкие мне люди, да даже, не знаю, какие-то новые знакомые, и человек, когда горит идеей, мне классно его поддержать. Но, возможно, я не ощущаю такой какой-то большой вклад в это, но какую-то часть ощущается. Саша, наверное, первый и самый логичный вопрос — это что вдохновляет именно тебя меняться, исполнять какие-то цели, двигаться к ним? У меня будет банальный ответ, но, возможно, для кого-то нет. Меня вдохновляет просто жизнь. Я ее обожаю во всех ее красках, негативных, положительных. И мне очень интересно, в принципе, все. Я азартный человек, и мне хочется попробовать многое, хочется добиться многого, и хочется изменить мир, как мне всегда кажется, что это реально. Но это реально, если ты будешь верить. Вот. Поэтому меня вдохновляет все. Меня могут вдохновлять люди на улице, не знаю, кошка на балконе, все что угодно. Я очень эмоциональная, и поэтому ну, все вокруг вдохновляет. И от этого хочется много пробовать. Ну, по сути, ты говоришь, что ты хочешь поменять мир, но ты меняешь его вокруг себя. Мне кажется, вообще твой мир вокруг тебя изменился за последнее время? Ну, мир вокруг меня, понятное дело, да, меняется. И раньше, когда я задавалась вопросом, какая у меня миссия, я всегда отвечала, что это польза людям, какой-то вот вклад в людей, потому что я еще сильный эмпат. И, в принципе, скорее всего, да, что... Это будет со мной на протяжении всей жизни. А вообще, вот этого вопроса не было в списках, но как думаешь, ты всегда была вот таким человеком? То есть, например, в школе, в начальной, в садике ты всегда... Да, я всегда была таким человеком, который больше отдает другому, чем вот о себе думает. Сейчас я учусь и уже много что проделала, чтобы себя ставить на первое место. И, ну да, себя ставить на первое место. А так, в детстве я вот, если, допустим, мы собирались там с родителями, и были там еще какие-то дети, друзей родителей, я всегда за ними там ухаживала, их там накрыть пледом, ну, короче, такая вот тема. Я мерзла, я укрывала, я не знаю, почему у меня вот так. И еще в детстве, ну, мама рассказывала, как, в принципе, я по жизни в школьное время себя жила. Вот, я очень много пробовала всего, но меня вот надолго не хватает. Я попробовала, мне интересно, все, мне уже другое интересно. Она говорит, я думала, может, ты остановишься на одном, нет тебя дальше. Тебе говорят учительница, что у тебя есть дар выступать на сцене. Может быть, ты попробуешь. Ты такая, да нет, не надо. Тут по делу, другое пошло. И сейчас так же, по сути. У меня нет зависти, а наоборот, меня люди вдохновляют. И я понимаю, что... Вот то, что я хочу, и у людей это получилось, я знаю, что у меня это 100% получится, просто вопрос времени, и поэтому, возможно, еще мне вот это интересно. Я знаю, что мне по-любому это будет, просто вот надо подождать и делать какие-то шаги к этому. Скажи, вот что для тебя значит слово «самореализация»? Ну, самореализация для меня — это достижение своих целей. Не обязательно какая-то вот главная миссия и цель, которую тебе кажется, что она будет на протяжении всей твоей жизни. На самом деле этих целей будет еще много, они все будут меняться. Но главное — вот то, что ты хочешь в моменте сразу делать, не откладывать. Вот пусть будет вот
будет стрёмное интервью, но мы его выложим, допустим. И из того, что мы выложили, это будет дальше набирать какие-то обороты, и тогда ты будешь вот собой гордиться и понимать, что ты вот какую-то часть своей цели, задачи сделала. Вот для меня самореализация — это вот какой-то непрерывный процесс достижения своих целей. Бывает, ты чувствуешь себя самореализованным человеком? Ну, сейчас точно сказать не могу, что там это 10 из 10, но то, что у меня непрерывное развитие, и так было всегда, я это чувствую. То есть тут я больше сказала, что чувствую себя уверенным человеком, а самореализованным будет тогда, когда я хотя бы какой-то личный бренд выстрою, не знаю, там 10 тысяч подписчиков, пусть будет так, допустим, начну делать бренд одежды свой и создавать вот этот женский клуб, над ним работать, тогда я буду чувствовать себя в какой-то степени самореализованной. Сейчас, когда у меня есть работа в найме, но я, конечно, не чувствую себя прям, будто бы я на кого-то работаю, у меня там такое свободное ля, сам себе предприниматель, поэтому я еще там работаю. Вот. А так, как только я начну делать что-то для себя, то, что для своих целей, тогда я начну чувствовать себя самореализованной. А можно спросить, почему ты упомянула вот эти какие-то а-ля 10 тысяч подписчиков? Просто ты вокруг себя уже создала такую комьюнити, мне кажется, людей, которые тебя любят и которых ты мотивируешь, которые считают, что у тебя есть личный бренд. Что ну вот, не... а я же не считаю, потому что для меня... Я человек, который мыслит масштабом. У меня есть достижения в работе, хорошие достижения, я сама это сделала. А для меня это не достижение, потому что для меня достижение — какой-то масштаб. 10 тысяч подписчиков — это, понятное дело, это немного, и это не показатель какого-то качества, но я человек, у которого язык любви — похвала. Правильно? Да. Похвала турецкая. Вот. И из-за этого мне, наверное, важно какое-то признание. Наверное, стоит еще упомянуть о том, что у Саши есть, можно так сказать, глобальная цель. Или я назову это цель, а не мечта. Это личный бренд одежды. И можно ли сказать о том, что ты почувствуешь себя самореализованной, даже если этот бренд одежды ты в итоге передумаешь выпускать, создавать? Вообще, сколько мы знакомы с Сашей, это всегда какая-то, как будто бы главная цель, идея фикс. Ну, у меня уже этот механизм запустился, что мне сейчас нужно на первый план поставить именно развитие женского клуба мастер-майнда, чтобы... потому что здесь тоже можно сделать масштаб, и здесь можно помочь тоже многим людям. Но бренд мы отодвинули с моим наставником, так сказать. Вот, но... Я все равно о нем каждый раз думаю, и это либо это уже въевшаяся какая-то цель. Вот у меня есть такая привычка, что я вот что задумала себе, вот я должна сделать. Это будет уже неэффективно, не нужно. Ну, все равно вот мне будто бы надо это сделать. И мне кажется, если я сделаю первую коллекцию, и это даже оденет один человек, все, мне уже будет классно. Поэтому у меня мурашки, когда я говорю про бренд одежды. Я не знаю, почему, откуда это. В моих глазах Саша выглядит очень замотивированным человеком, и мне кажется, что она всегда полна энергии, какого-то запала, огня внутри. Скажи, у тебя бывает момент, когда ты ничего не хочешь делать? И когда я ничего не делаю, я, наоборот, себя буду допить, что в смысле я ничего не сделала. Ну, я не понимаю, как уже жить без этого. У меня так всегда было. То есть даже если это какое-то школьное время, меня друзья звали гулять, я вместо этого смотрела много интервью, там вот мне всегда был интересен бизнес, мне надо было что-то вот делать, я не могу. Либо я убегаю от чего-то, ну, еще плюс я не умею отдыхать, поэтому тут все на друг друга накладывается, и я просто привыкла, наверное, так жить. Я люблю меняться, мне нравится видеть, когда... ты там, ну, какие-то даже маленькие изменения, и ты понимаешь, что с помощью вот этих маленьких шагов ты можешь у себя такого человека сделать. То есть каждый день ты делаешь какие-то маленькие дела, которые привычны, какую-то рутину? Ну, привычки у меня больше связаны с там внешностью, потому что вот в этой суете... Ну, я суетливый, да, человек, потому что мне надо много всяких идей. Я идейная, суетливая. Это, не знаю, это хорошо или плохо, но как есть. И вот в этом большом там объеме работы, всяких там идей, которые нужно делать, ну, не нужно, а хочется, ты
должен еще поддерживать себя. Ну, не то чтобы должен, мне это хочется, мне это важно. И поэтому, ну, это для здоровья даже полезно. Нужно не забивать и не лениться делать там, привычки свои. То есть ни один твой день не обходится без каких-то мини-ритуалов? Да, вот у меня есть пока что 5, я хочу еще с сентября добавить. У меня получается это массаж щеткой, ну, для тела, массаж лица, потом комплимент себе, это подруга написала, но это важно себя благодарить, хвалить и каждый день это делать. И не нужны какие-то супер достижения для того, чтобы себя хвалить. Потом у меня... Что у меня? Сон в 12, который я не делаю, не исполняю. Там один раз легла в 12. Но сон, кстати, важен, очень сильно важен. Нужно ложиться даже лучше в 11. Я не сравнила, я один раз ложилась неделю в 11. Я наутро себя таким бодрячком чувствовала. И у меня день медленнее шел, я больше делала. Я была морально просто счастливее и без всяких там психов. Если у вас есть какие-то расстройства, и вы к концу дня какие-то там, не знаю, негативные, злые, то 100%, мне кажется, это сон. Про сон, понятное дело, можно почитать, про важность сна не от нас слушать, но можно хотя бы попробовать действительно ложиться в 11. В 12 тоже хорошо, но это не такой результат, как ложиться в 11. Сейчас буду топить за 11, сама не ложусь. Но это сложно. Это сложно, да. У меня подруга тоже говорит, как я буду ложиться в 11, если там я где-нибудь отдыхаю и прихожу только домой в 12. Но тут тоже, понятное дело, без фанатизма. Мы живем свою единственную жизнь. И там, допустим, ты один раз ходил на день рождения, потустил до 2 ночи, и это ничего страшного. Главное, на следующий день, надеюсь, там в 11 постараться. А, у меня есть еще упражнение для голоса. Я прошла курс по голосу, и нужно каждый день практиковаться, делать упражнения 15-минутные. По сути, это мало времени, это можно выделить, но постоянно куда-то бежишь, и не хватает на это усидчивости, поэтому я сейчас вырабатываю. Раньше я была очень дисциплинированным человеком, и сейчас, оглядываясь назад, я такая думаю, как я могла работать каждый день там, до 7 часов, потом бежать на тренировку и там, ну, прям отдаваться 2 часа, 3 часа, приходить домой в 11, ложиться спать опять на работу, и мне было нормально, я так 3 месяца жила. А сейчас, когда начала, убрала вот эту вот жизнь робота, и там я что-то себе напридумывала, что я все должна, если я не сделаю, то какая-то слабая. Вот, кстати, у меня вот этот синдром... не знаю, как называть, то, что мне нужно всегда быть сильной, тоже, конечно, прорабатывать надо. Вот, и сейчас я путем там саморазвития, путем изучения себя с различными наставниками, я пришла к тому, действительно, что важно слушать свое тело, и наше тело, оно нам всегда подсказывает, сигналит. Просто мы должны больше думать о себе, вот анализировать себя, со стороны анализировать, спрашивать. Ну, если брать тело, то нужно еще и беречь и заботиться о себе, а не так, как я могла просто насиловать его. Поэтому сейчас я разрешаю себе и даю вот эту слабину, то, что не сделала, ничего страшного, завтра сделаем. И так ты себя больше чувствуешь, и будут... лучшие результаты, и важно слышать себя, слушать, и не нужно думать, что да, это ерунда какая-то, либо тебе там кажется. Поэтому то, что жить по чувствам. Ты сказала о том, что в последнее время ты, если какой-то пункт из этого списка не выполняешь, ты себя не винишь, правильно? Угу. Как ты думаешь, можно ли себе позволять брать какой-то определенный период ничего не делания. Угу. В плане вообще отменять все привычки и лежать дома в депрессии на диване. Это нормально или нет? Ну, по-любому, ну, понятное дело, что я не эксперт в этих вопросах. Это, скорее всего, из разряда нужно расценивать. Либо ты это себе реально даешь, ты отдыхаешь, потому что есть вопросы, которым нужно время, и ты просто их, вот тебя что-то долго волнует, и самым лучшим выходом будет взять это все бросить, и с помощью времени к себе придет то, что тебе нужно. И порой это как раз-таки идет на пользу.
и ты не создаешь вот эту лишнюю суету, лишние действия, которые к тебе реально ни к чему не приведут. А если это уже реально какая-то депрессия, либо, может быть, тебе не хватает каких-то витаминов, либо это гормоны, то это, понятное дело, что лучше обратиться к врачу, ну, либо, там, не знаю, себя как-то начинать встряхивать. Я вообще убеждена, что если ты, допустим, будешь мыслить, что вот, я пришел с работы, я устал, то ты так пролежишь тюленем, и ну, ничего не будет. И то, что ты, как ты мыслишь, что у тебя в голове, и что ты себе внушаешь, то и работает. То есть ты будешь позитивно мыслить и видеть вокруг, в окружении позитив, у тебя будет ну, такая жизнь. Ты будешь негативить и вот, находиться вот в этой там депрессии, то ну, ничего хорошего с этого, и ты просто испортишь себе моральное состояние. И как бы, не знаю, мне так жалко, сейчас больше стало ценить дни прожитые, потому что ты действительно не знаешь, сколько тебе осталось, и у нас одна жизнь, поэтому нужно этим как бы пользоваться каждым днем. И у нас большое многообразие выбора, есть все, просто бери и делай. Не, ну, нету возможности, это тоже все вранье. Ты каждый раз просто себе ищешь отмазки, и твой мозг просто так устроен, что он постоянно дает, ну, ищет безопасное, комфортное состояние, и поэтому ты веришь вот в эти отмазки, а по сути никаких «но» нету. И меня вот, кстати, ты спрашивал, что меня вдохновляет. Меня вдохновляет, что у нас есть столько возможностей. У меня даже мурашки, потому что ну, это так. Мы можем подойти к любому незнакомому человеку, он может быть нам полезен. Допустим, даже знакомые у нас вокруг много есть. Не друзья, а просто знакомые. Ты можешь взять и написать. Вот мне как-то нужно было сделать сайт на WordPress, я вообще не понимала, что кого. И не было в окружении, кто разбирается. Все такие, нет-нет. Я зашла на YouTube, к человеку, который снимал там обучающие уроки. Я написала ему там в Instagram, либо на почту. Он мне ответил, только пожелал удачи, все там легко, разберешься. Ну, настолько, типа, я пользуюсь... Ну, как бы я стараюсь пользоваться возможностями. Где-то я из-за того, что не на том уровне, где-то я, конечно, торможу, но сама мысль, что мы можем... С помощью людей мы воплощаем свои цели, мечты, и получается все на ладони, вот так бери и делай. И как можно просирать жизнь, я не понимаю. Мне кажется, что еще когда ты такой замотивированный и всегда мыслишь позитивно, во-первых, ты видишь только позитивное, во-вторых, ты притягиваешь к себе позитив. Кстати, вот если в вашем окружении... Ну ладно, я не буду уже учить, если там в вашем окружении, но я... Раньше, может быть, любила спасать людей, но сейчас поняла, что это такая ерунда, и ему надо, видимо, на это время, либо пусть человек сам с этим разбирается, и лучше реально либо ограждать, либо не придавать этому внимания. Допустим, если там рядом с вами негативят, вы просто абстрагируетесь и живите свою жизнь, и он просто через время успокоится, потому что это очень влияет. У меня, ну, как бы, есть такие примеры. И, ну, в плане, что рядом со мной находились, так я думаю, ну, это отвратительно, когда ты видишь мир только вот таким негативным. Да, ну, а вот ты говоришь, что им нужно время, как думаешь, может быть, это такое у них все навсегда в голове, может быть такое, что у них запрограммирован мозг так, что они всегда будут мыслить негативно, им как будто комфортно уже в этом негативе. Ну... Нет, возможно, это просто такой период, потому что у меня тоже был период, когда я просто каждыми днями ревела и убивалась, и потом в один момент думаю, Саш, что ты ноешь просто? Мне уже даже стало смешно от этого. И как, если я сейчас, допустим, даю себе там поплакать, либо понегативить, то я через 2 секунды такая просто угораю с этого, потому что такая ерунда, и зачем это делать? Ты что, страдалица какая-то? У тебя все нормально. И как бы все можно изменить, нет таких проблем, которые нерешаемы. И всегда вспоминаю мамины слова, что нам не даются те проблемы, которые мы не в силах решить. И я думаю, что это так реально. Ты вот говоришь про то, что был какой-то опыт с людьми, которые видят все негативно, и получается, они к тебе тоже, ваше общение приносит негатив тебе. Они, да, не то чтобы приносят негатив, они... любят либо раздавать советы, либо вот, ну, не советы, как бы, ну да, либо совет вот свой, который, по сути, ну,
не, его не спрашивали там, либо вот что-то такое, да. Я просто реже начинаю общаться, потому что я, в принципе, ты говоришь, как ты находишь вот себе в окружении людей. Я человек, которому, мне кажется, от природы дана дружба. Вот я очень умею дружить. Единственное, что у меня очень хорошо получается. И я умею притягивать хороших людей. Ну, понятное дело, что все притягивают себе подобных, но, не знаю, бывает так, что я ничего не делаю, и меня уже там и зовут в гости, и на дачу. Я такая думаю, первый раз вас вижу. Ну, настолько. И я из-за того, что умею дружить, и, ну, вспоминая нашу всю вот эту вот дружбу, мне будто бы жалко с ней прощаться, и я не хочу, потому что я очень привязываюсь к людям, и мне не хочется их отпускать, поэтому либо я просто реже с ними общаюсь, и, понятное дело, когда вы реже общаетесь, там ну, особо нет негатива, ну, наверное, я выберу так. Прям сильно отказываться тоже зачем? Я хотела сказать про то, что мы, по сути, в этом интервью, подкасте, разговоре много банального сказали, такого жизненного, но, по сути, это бывает, когда тебе напоминают, ты такой, действительно, так, и у тебя что-то щелкает и меняется. Нету каких-то супер, не знаю, формул, как добиться там результатов каких-то. И в жизни все намного проще. И папа говорит мне, что живи проще, и люди потянутся. И действительно это так. Когда мы себя пробуем, мы пробуем то, что нам хочется, нам нравится, это нас вселяет больше уверенности. Меня часто спрашивают про уверенность в себе. И вот я года два назад вообще не была настолько уверена в себе. Тавтология, ну ладно. И благодаря тому, что я начала вот раскрепощаться, сходила на танцы, мне тоже это было некомфортно, и многие, кто там был на танцах, либо хочет, у него в голове вот это, что как я буду выглядеть, там я вообще ничего не умею. И в начале каждого дела ты, понятное дело, не уверенный, боишься, у тебя много страхов, но нужно, наоборот, идти в свои страхи, себя развивать, раскрывать. И вот, получается, раскрепощение проработала с танцами, потом на фотосессии походила, вот к тебе пришла, мне тоже было некомфортно, еще плюс я тебя знаю, и мне казалось, что я какая-то, может, неуклюжая, ничего, хотя ты потом смотришь, они фотки классные, и наоборот, ты такой, почему ты чувствовал вообще не это. И когда ты вот ходишь, не знаю, один раз ходил, это тоже мало, нужно вот как бы почаще себя в это выпускать, вот в такие моменты, которые, где тебе страшно, некомфортно, и тогда ты себя чувствуешь с каждым разом еще увереннее и увереннее. Плюс, допустим, если это работа либо какое-то дело, ты не можешь все знать, и будут ошибки. Вот я, понятное дело, что я к этому только пришла, потому что я человек, который не умеет ошибаться. Ну, не то чтобы боюсь ошибаться, вот из-за того, что я перфекционист, мне нужно вот постоянно быть какой-то, наверное, идеальной. Хотя я идеальных людей не люблю, зачем мне быть идеальной? Но идеальные люди, они, ну, либо просто представление, что они скучные, они какие-то вылизанные, ненастоящие, и надо... Надо получить фальшивые. Да-да-да, вот от этого нужно избавляться, от этой идеальности. И сейчас я понимаю, что вот я не знаю, я только, допустим, осваиваю какое-то дело, как я могу знать, ладно, я ошибусь, ладно, там будет моя вина, ну и ладно, пусть это будет, зато я теперь знаю, и с каждым разом ты опять-таки становишься увереннее, и сейчас вот реально тот уровень, когда я себя офигенно чувствую, и реально и от людей чувствуется, ты видишь взгляды, как на тебя смотрят, и ты такой думаешь, блин, то есть реально так можно, то есть можно реально за год себя и классно прокачать, и поднять свою уверенность, и много... Да не то, что даже за год. Можно брать и выполнять, исполнять свои цели, мечты. Вот почему так цели, мечты звучат, будто бы это что-то такое большое и грандиозное. Хотя, по сути, это мелкие задачи, которые ты делаешь, и которые... И ты потом просто себя еще больше любишь, еще круче себя чувствуешь, еще счастливее становишься. Я попросила к Саше
Саша там плотный график, она через несколько дней улетает, потом она еще работала, после работы она еще куда-то ходила. И сейчас Саша на интервью. Ну, мне, на самом деле, я люблю такую насыщенную жизнь, и поэтому, наверное, я не представляю вот это вот расслабона. Хотя я, в принципе, с друзьями-то и умею и отдыхать, и развлекаться, я не совсем уж такая зубрилка, как это может показаться. Ну, кстати, у меня часто впечатление обо мне, что я какая-то такая строгая, сдержанная. Ну, смотря с кем, я не знаю. Хотя... Возможно. Я еще тот комик. Ну, ты вот сказала слово «строгая». После того, как ты прошла курс, мне было страшно тебе записывать голосовые, потому что я знала... Ты сказала, что ты слышишь все слова «паразиты» и звуки, и я очень прям фильтровать пыталась свою речь. Но это же здорово. В плане, это никак не повлияло на дружбу, просто ты опять в очередной раз такая всем люлей вставила. Ну это да, но хочется, чтобы была какая-то грань между вот этим вот пользой и постоянным саморазвитием и тем, что ты действительно наслаждаешься, живешь, отдыхаешь, встречаешься, и у тебя нет, у тебя не только путь в плане вот реально каких-то целей, а еще есть жизнь. Вот, недавно видела Reels, где женщина... У нее все расписано. То есть здесь она едет по телефону, разговаривает, и у нее все в работе, вот только работа. То есть она не дает себе даже время. Она говорит: вот чтобы сделать ногти, это там полтора часа. Зачем мне это время тратить на ногти? Это нецелесообразно. Я лучше сделаю то-то, то-то по работе. Я такая думаю: господи, вот это реально страшно. Вот это страшно. Я, понятное дело, что до такого уровня бы не дошла. И ты постоянно любишь, конечно, сделать из себя лучше человека и показаться другому лучше. Там мы часто приукрашиваем что-то. Ну, понятное дело, не в каких-то там значительных... Ну, хотя кто-то, может, и в значительных моментах приукрашивает. Я просто врать не умею. Но я, бывает, даже себе приукрашиваю свою жизнь. Я заметила недавно это. Я могу и поваляться, и ничего не делать, и день, и два. И сейчас, понятное дело, себя не корю. И мне это адекватно, это нормально. И я не такой суперчеловек, который постоянно что-то делает. Если бы, мне кажется, я каждый день была... занята только пользой и только шла бы к своим целям, я была бы уже узнаваемая 100%, но я этого не делаю, и, понятное дело, я тоже где-то и ленюсь, и... Ну, даже это не лень, просто это отдых. Смотри, мы с тобой говорили про привычки какие-то полезные, про ритуалы, и потом мы с тобой упоминали, что бывают дни, когда ты ничего не хочешь делать, и... Есть ощущение, что вот эта жизнь с ритуалами — это как будто бы твой уровень выше, и ты, когда отдыхаешь, ты отпускаешься, типа, назад куда-то передохнуть. Нет такого ощущения? И можно ли сделать такое... Прямую? Да, прямую. Жизнь, мне кажется, по-любому она вот такая вот. И то есть, я не знаю, мне кажется, нет таких людей, 100% нет таких. Ну ладно, я не буду утверждать, но я даже не представляю, как может выглядеть человек, который вот постоянно что-то делает, у него такая сплошная... Это нету реальной жизни, ты просто что-то делаешь. Но то, что вырабатываются привычки, это 100%. У нас уже все тропинки заучены в голове. И то есть ты идешь на работу, и ты... Вот я недавно как раз-таки занималась с наставником, который там разбирает паттерны поведения, твое мышление... твои установки в этом копались. И мы пришли к тому, что я каждый день по одной и той же тропинке ходила на работу на протяжении полтора года. Это очень, ну, как бы это большой промежуток времени для меня, тем более, которая человек скорость. И мозг привыкает, и у него уже реально такая стабильная жизнь. И поэтому нужно чаще перестраиваться и либо тропинку менять по другой, идти, какие-то новые нейронные связи вырабатывать. И еще прочитала про то, что когда мы очень много о чем-то думаем, и у нас вот мы не можем убрать мысли, кто-то занимается медитацией, у них, видимо, получается убрать эти мысли, а кто, у кого не получается, нужно просто вырабатывать новые нейронные связи. Допустим, ты спишь, и мы привыкли вставать вот ногами вперед, а попробуй руками вперед встать, и то есть мозг по-другому заработает. И к
когда ты делаешь что-то новое для себя, проверяешь свое там тело на выносливость, там прыгнул в парашют, ну ладно, с парашютом уже не будем, все не прыгают, с тарзанки там прыгнуть, пойти полазить по скалам, как это называется, под скалолазание? Скалолазание? Ну, скалолазание, да. Ну, что-то такое поделать, либо экстремальное, либо просто новое, и тогда мы вырабатываем новые нейронные связи, и у нас приходит в голову новые решения. Поэтому нужно не замыливать свою жизнь, и поэтому, наверное, стабильная, комфортная жизнь про то, что человек просто привык так делать, и он даже не попробовал что-то новое, и не знает, что это, и просто просирает свою жизнь. То есть, по сути, реально, мы привыкаем ко многим вещам, а если вот то, что нам сейчас страшно, мы просто должны это взять и сделать, попробовать, и потом это нам кажется уже вообще обыденным, и как мы вообще этого боялись. Поэтому как можно не делать? Как можно бояться? Вот, не знаю, я вот раньше, конечно, боялась, допустим, каких-то вещей, но я все равно в это шла, и сейчас я пришла к тому, что мне вообще ничего не страшно. Ну, не брать там, допустим, пауков, вот такое вот дичи, а имеется в виду, что там подойти на улицу, что-то спросить, либо, не знаю, сказать то, что тебе не понравилось блюдо, заказать столик, позвонить. Ну, то есть мы живем среди людей. Люди, на самом деле, такое пятно на планете, вот маленькое существо. И как можно бояться людей? Бери, делай, у тебя есть язык, ты должен уметь разговаривать. Люди, которые умеют разговаривать, все получают. Да. Мне кажется, Саша сейчас клево сказала и подвела к тому, что нужно браться за то, что тебе интересно, и не бояться каких-то мнений, возможно, других о себе, мнения самого себя. Кстати, мы вот это вот мнение не обсудили, но многие люди думают, что... Точнее, не думают, а многие думают о том, как о нем подумают. Но на самом деле никто о вас не думает. Вот я это тоже убрала из головы, потому что все, по сути, проживают свою жизнь, и всем насрать. До фонаря, до лампочки, да. 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 Ну, возможно, там кого-то пообсуждают, ну и что теперь? Да, ну и пофигу. Потому что потом человек придет домой, и забудет. Да, свои бытовые какие-то тела. Поэтому мне кажется очень символично, что первый подкаст-интервью наш на канале был с Сашей, и мы закончили, пришли к этому выводу. Саша, спасибо тебе большое, спасибо. Приняла участие в этой авантюре. Да, надеюсь, все-таки нас посмотрят и понравится, и что-то унесут. Да, я на самом деле надеюсь, что это будет полезно. Как минимум, может быть, если не первый раз услышать такие мысли, то как минимум... Десятый раз. Да, десятый раз, и может быть... На что-то это кого-то подтолкнёт, да. Всем пока. Всем пока. Ну, вы поняли. На туре. Да. Если вам понравилось, то напишите, что вы ждете. Нет, в принципе, ты можешь, в принципе, на этом и обрубить, но...